В Жамбылской области решают вопрос с нехваткой медицинских амбулаторий в сельской местности. Так, в регионе открыто 39 объектов здравоохранения, основная доля которых расположена в отдаленных районах. При этом 29 медицинских учреждений были возведены в рамках государственно-частного партнерства. Жительница села Мызамбар Шакуль Айдарбаева в новую медамбулаторию обращается часто. Женщина жалуется на мигрень. Лечение пациентка проходит в дневном стационаре. Здесь работают два врача общей практики и 8 медсестер. Сельчане рады, что без промедления теперь могут получить медицинскую помощь. Раньше приходилось ездить в другой район. По сравнению с тем, что было, сейчас все намного лучше. Тем более для пожилых людей. Нам стало легче. Спасибо большое. В Меркенском районе 43 медицинских учреждения. По плану, через 2 года здесь появится еще 12 объектов. В районе было открыто 3 амбулатории, оснащенные современным оборудованием и интернетом. Биохимический анализатор. Мы проводим биохимический анализ крови и общий анализ крови. Оборудование у нас современное. Пациенты проходят лечение в дневном стационаре. В регионе наблюдается нехватка еще в 65 амбулаториях. Данный вопрос планируют решить в 2019-2020 годах за счет государственно-частного партнерства. Открылось 39 новых объектов, из них 29 учреждений построены в рамках ГЧП. Один объект был куплен за счет местного бюджета. Также еще 9 объектов были построены за счет средств областного бюджета. Медицинские учреждения Жамбылской области на 92% обеспечены интернетом. В поликлиниках региона данные 668 тысяч человек перевели в электронный формат. Ведется электронный паспорт здоровья. Динара Нургалиева, Кырмызы, Жексимбек, Бахыт Шамбапаев, Хабар 24, Жамбылская область.